уважаемые болельщики, огромное вам спасибо за ту поддержку, которую мы ощущаем на протяжении всего сезона, будь то в домашних или выездных играх. Вы грамотные болельщики, болельщики, которые любят свою команду, боготворят ее. Мы прекрасно понимаем, что мы играем для вас, вы болеете за нас. Хотелось бы обратиться к вам в канун принципиальной игры с саратовским «Соколом». В силу определенных обстоятельств сложились, ну скажем так, непростые отношения между болельщиками, командами. И хотелось бы от лица команды, от себя лично призывать вас вести себя на трибунах стадиона и болеть за нашу команду в цивилизованных рамках. Поддерживать, переживать. Мы понимаем прекрасно, что футбол – это эмоции, но они не должны переходить определенную грань. Вы должны помнить о том, что рядом с вами находятся на трибунах старики, женщины, дети. И те речевки, которые вы произносите в адрес участников этого действия, будь то команда соперника, ее болельщики, либо футболисты команды «Факел», не должны носить характер нецензурных выражений. Болейте в пределах разумного, болейте на здоровье. Мы постараемся ответить вам взаимностью. И вы должны помнить о том, что практически после каждой игры в сложных экономической ситуации в стране из-за отдельных нерадивых болельщиков клуб наш платит определенные суммы, штрафные за нарушения, те или иные нарушения, выкрики, нецензурную брань на трибунах. Хотелось бы, чтобы окружающие слишком эмоциональных болельщиков ставили в определенные рамки, и тогда футбольное действие будет иметь хороший положительный эффект. И хочу напомнить вам о том, что есть определенные уже нарекания в адрес нашей команды, наших болельщиков в связи с этим поведением. И не исключена возможность при повторном нарушении, серьезном нарушении, стадион будет дисквалифицирован, либо играть будем мы без зрителей, либо будем играть на нейтральном поле. Обращаюсь к вам не случайно с этой просьбой, с учетом значимости игры с «Соколом» и с турнирной точки зрения, и взаимоотношений команд, и предстоящей игры на Кубок России с командой «Терек». Через 3 дня мы будем играть с командой «Терек», командой премьер-лиги, одним из лидеров премьер-лиги. И нам бы очень хотелось, чтобы это был футбольный праздник. Не лишайте себя и преданных наших болельщиков возможности посмотреть эту игру. В случае нарушения и дисквалификации стадиона мы можем не играть уже на нейтральном поле или без зрителей. Не лишайте себя и команды праздника, который будет 21 числа с командой «Терек». Я уверен в этом. И команда «Факел» сделает все возможное, чтобы проверить свой потенциал на фоне одного из лидеров премьер-лиги, проверить свой потенциал и порадовать вас хорошей игрой. Болейте на здоровье, болейте за футбольный клуб «Факел».